Из чего можно собрать беседку? Да практически из чего угодно. Наша будет из камня, металла и дерева. Конструкция тяжелая, многотонная. Почва выдержит, но она здесь глинистая. И весной она постарается вытолкнуть из себя все, что мы в нее вкопаем. Исходя из этого, фундамент делаем на винтовых сваях. Похоже на знакомый всем намбур. Но вот смотрите. Винт у сваи устроен так, что при вкручивании он уплотняет грунт. А лопастей достаточно для того, чтобы вкрутить сваю на большую глубину. В нашем случае около 2 метров. Вместо привычных оголовков привариваем к сваям швеллер. Битумная мастика защитит весь металлический каркас от коррозии. В его конструкции мы учли все особенности постройки. Вот эти сваи послужат основой для скал, а дополнительное усиление вот здесь – это основание кухни со сценой. Доски нижней обвязки ставим на ребро. Деревянную часть каркаса тоже защищаем мастикой. Построенная нами беседка из клееного бруса напоминает вместительный корабль. Его предназначение – кулинарные путешествия всей семьей. Куда? Это выберет капитан, муж Миланы. На даче он предпочитает готовить сам. Но для Юрия это не просто кухня, это сцена. Теперь Юрий сможет кухарничать и петь одновременно. А семья – оценить сразу оба его таланта. В солнечный день внутри очень уютно. Ну а вечером беседка превратится в романтичный дачный уголок.